ради искусства мы готовы на все. Правда, дети? Да! Педагог дополнительного образования Елена Сергиенкова сегодня не педагог. Она Лиса Алиса, актриса бродячего цирка. На ролики встала второй раз в жизни ради детей и ради праздника. Возле бассейна ЦСКА ВВС собрались персонажи любимых детских сказок, чтобы поздравить ребят с Днем защиты детей. Это прекрасная возможность привить детям чувство ответственности, привить детям чувство вот всего того красивого, на чем воспитывались мы при помощи сказок, прочитывая эти сказки. Молодежь у нас хорошая, чистая, светлая, и так держать. Необычный велопробег, симбиоз спорта и литературы организовал департамент образования Самары. Поводов набралось достаточно. И год литературы, и наступившие каникулы, и открытие летних оздоровительных лагерей, которые начали свою работу как раз сегодня. Дети встретились с героями сказок Чуковского, Толстого, Пушкина, Шарля Перро и братьев Гримм. Классика на все времена. Немножечко меняется подход, что ли, к тем или иным поступкам. То, что когда-то казалось незыблемым, ставится под сомнение. Но порядочность, да, честность, добро, дружба, вот такие понятия, которые мы черпаем из детских книг, они, конечно, с нами остаются. Помните, как у Высоцкого, да? Значит, нужные книги ты в детстве читал. Тематические интерактивные площадки, веселые песни и зажигательные танцы вместе с героями любимых сказок. Настоящий праздник в честь Дня защиты самого дорогого – детей. Марьяна Мирная, Павел Пресняков. События.